И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, One Second, и это, ну, для меня это уже первая гонка в IRL, первая гонка вообще в онлайне на Фанатеке, и, да, это как бы второй этап IRL, но в нем я не принимал участия, именно в первом не принимал участия, да, потому что, типа, я не был вкатан в Фанатек, это было в четверг, а эта гонка уже в воскресенье, я немного подвкатился, тем более там была США короткая, 100% дистанции. Я бы тупо бы, да, я бы это не выжил. Так вот, и что мы получаем? Мы получаем Занвард, в котором я еду на примерно 0,3 медленнее, чем на G27. Пока что. Пока что, потому что я не могу привыкнуть к педали тормоза. Опять-таки, я это все в видосе про Фанатек рассказал. А кто не видел, ссылочка, наверное, будет в описании. Ну или там последнее видео на канале. И что я могу вообще сказать? Ну, квала была ужасная, я должен был намного лучше квалиться. И да, я не успел встать на последнюю попытку, потому что у меня были вылеты, очень частые вылеты. И также я еще крыло сломал на выезде из пита, из-за чего мне пришлось перезаходить, чтобы не тратить целый круг и не ехать обратно в питы. Так вот, Point 5 я поставил высокие, на G27 я ставил Point 3, а то и, ну да, Point 3 низкие. Ну и, собственно говоря, отправляемся стартовать. Пасмурная погода, попытаемся проехать софт медиум. Погнали! Гастон не стартует гран-при Нидерландов. Я стартую с 9-й позиции, очень-очень-очень плохая позиция. Там у нас Ярослав Шаталов и Вадим Цветков батлится где-то впереди в пилотоне. А я пока что пытаюсь отыгрывать как можно больше позиций где-то к середине. Отыграл две позиции со старта, и это уже хорошо. За первый сектор даже отыграл их. Вышел на седьмую позицию, передо мной вон уже какая-то Феррари, которая, ну да. Я люблю Феррари, кстати, в этой лиге. И там уже и Вадим Цветков, и Ярослав Шаврталов, в принципе, до них не так уж и далеко. Ну, если Шаврталов, он, даже когда я на G27 был, он в Формуле Зеро ехал, он мне 10 секунд вроде в Формуле Зеро в Нидерландах привез. А тут же он еще быстрее, потому что я медленней. И, ну, следующая, кстати, у нас трасса Австрия. Там я вроде как уже стабилизировал темп до G27 до Формулы Zero. Там посмотрим, а пока что мы продолжаем ехать. Первый круг у нас скоро закончится. Все едем пока что плотненько паровозиком. И постараюсь проехать софт медиум. Может, износ позволит, может, нет. Надо дотянуть до 15-го круга. Это будет сложно, но если я это смогу сделать, то у меня будет очень хороший темп. Но ехали мы так до 8-го круга паровозиком. Синк, этот челик на Феррари, отстал. Я его хотел уже атаковать, а он ошибся, поперек трассы встал, и мне не осталось вообще места абсолютно нигде. Я так его обматерил на самом деле, что я даже не буду это ничего вставлять. Ну и я опускаюсь на 9-ю позицию. Ей, классно! Но на 13-м круге его напарник решил меня добить уже окончательно. И бам! Торпеда мне в задницу пролетает. Бум! Бабам! Бам! Классно. Поломка крыла в Занверте. На 13-м круге я спокойно до 15-го круга на самом деле дотянул бы. Там был бы износ процентов 80, у меня, возможно, покрышка лопнула, но прямо на бэнкинге, возможно. Это было бы еще нормально, терпимо. Но я перешел бы спокойно на медиум, и все было бы нормально. Ну а так, хард еще и позже, чем желательно для харда. Поломка крыла, смена, круг без крыла проеден. Время на инциденте потеряно. Еще опять-таки хард. И все, гонка в помойке, она слита. Ей, классно. Первый обгон я совершаю на 20-м круге дистанции. Атакую за 17-ю позицию Адана Руиза. Он меня пытается перекрестить, но я смог. Надеюсь, у меня сейчас мой кот перестанет мяукать. Потом я ему, конечно же, дам пожрать. Потом он разворачивает крюзикса, я уже 15-й после волны пит-стопов. И пытаюсь атаковать уже Рубина Педрана. Ладно, наверное, так. Дай внутрь, он блокирует, как и я, по крышечку. Снутри я остаюсь, прожимаем обгоночку на выходе. Маленький контакт. Внутренняя траектория, он меня отступает. И я выхожу уже на 13-ю позицию. Там выезжает Ленар, который на софте едет медленнее, чем я на харде. И я на 10 кругов, начиная с 3... Нет, даже с 26-го круга, я сидел за этой гребаной Альфа-Ромео.
Я на 30-м круге попытался его атаковать. Я на 33-м попытался его атаковать, но спасибо моему ПК. На 35-м я уже сгорел. Я сидел, горел с этой всей гонки, что чуть не убил Калцвера, не оставив ему места. Там, ну, я перед ним извинился. Я так сдох с этой грёбаной Альфа Ромео. Я бы... Ну, на самом деле, я сдох со всего, что произошло в этой гонке, потому что это была, на самом деле, изи... Четвертая, третья позиция, наверное, так, потому что группа там была, начиная с третьей позиции, достаточно плотная. И да, я только 10-й, у нас есть очко. Начало положено. Очень прекрасно, на самом деле. Результаты мы могли видеть совсем на короткое время, но пока что... 5 минут, 6 минут ролика. Че вы ожидали от Занварта? Ничего. Гонка скучная, с нее я сгорел. Дальше у нас Австрия, Австрия в воскресенье. Заходите на каналчик URL. Там все это есть. И в принципе, что? Все, на этом я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был One Second. Всем удачи, всем пока.